Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Что означает глагол «giudicare»? Именно об этом мы сегодня и поговорим. А с вами итальяночка, и добро пожаловать на мой канал. «Giudicare» означает «судить», как осуждать, так и рассматривать дело в суде. Например, «giudicare qualcuno» – «судить кого-либо», «giudicare gli altri» – «судить других», «la giuria lo ha giudicato colpevole» – «присяжные признали его виновным». «Non sta a te giudicare» или «Non tocca a te giudicare» – «не тебе судить». «Nessuno mi può giudicare» – «никто не может меня судить». Кстати, а пропозиту «Nessuno mi può giudicare» – это название песни 1966 года, поет ее Катерина Козелли, а также название фильма 2011 года. В фильме снимаются Паула Кортелези, Рауль Бова и Рокко Папалео. «Аджудикаре» – да, судя по, «Си фа престо аджудикаре» – легко судить. Запомните также «джудиче» – судья, и «аджудикато» – продано, так обычно говорят на аукционах. И напоследок немного мудрости из Библии, по-итальянски «la Bibbia» – «non giudicate e non sarete giudicati» – «не судите и не судимы будете». А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы слышали глагол giudicare. И апресто. До скорого. Ваша итальяночка.